Что, готово? Все, are you ready? Всем привет, это канал Бородач ТВ. Давно мы не выходили в эфир. У нас очередная новость, такая запись в новом офисе. Вот это мой такой маленький кабинет. Ничего, что я так начинаю с маленькой презентации, где мы находимся. Вот, хотел о кое-чем таком интересном поговорить. Со мной связалась одна интересная женщина, Лилиана, и предложила помочь организовать основу Баро XS вечеринку. Даже страшно представить, что это за XS вечеринка. Я иду. Ну все, на этом, я думаю, презентация заканчивается. Ладно, давайте как бы перейдем к серьезному. На самом деле, у меня просто не было времени действительно почитать и познакомиться с этим продуктом, да? Но вот мне что понравилось, мне сначала выслали, в общем, коробку. Коробку? Давай, посмотрим, компания. Что за коробка. Давай, попробуем. Вот ее открыть. Сынок. Кстати, пока Димка там сидит, мы совсем недавно прикупили мощную колоночку. Компании Marshall. Очень удобная фишка, можно таскать с собой на пляж. Ну, на самом деле нелегко, но реально как бы. Надо же покупать. 10 часов работы от аккумулятора. Поэтому да. Отлично. Кстати, почему мы купили вообще музыку? Мы просто купили качественную музыку для массажного кабинета. Для чего? Потому что качественный звук, вот именно качественный звук, успокаивает и расслабляет. Все, что есть в наших на сегодняшний момент массажных кабинетах, это вообще все не то. Все не то. Либо ничего не звучит, либо звучит так себе. Вот, это один момент. Там хруст, также хруст, по поводу парикмахерской, которую мы делаем, я честно тебе скажу, что наша парикмахерская самое лучшее кресло, вообще кресло номер один. В городе Сосновый Бор. Все обычно экономят, а мы не решили не экономить и предоставить людям качество. Там реально он какой-то турбокресло. Оно какое-то кресло, секретом? Да. Какая штучка. Так, слушай, давай-ка почитаем, что у нас вообще здесь есть. У нас какие-то банки есть. Ваша кожа, естественно. Кстати, мне сказали, что так как мы открываем парикмахерскую, сказали, что можно будет проводить тест для волос. Вообще для кожи, то есть для волос, узнать, какие вообще, какая тебе краска подходит, и вообще можно ли тебе применять ту или иную краску. То есть, ну, вообще об этом подробнее мы потом. Я нашел, короче, вчера подселился парикмахерский у нас на Парковой 48. Там тетенька говорит, а мне, говорит, нужна реклама. Ага. Вот, я говорю, да не вопрос. Говорит, а что будем рекламировать, я спрашиваю. Она говорит, да убери ты это. Вот. Я говорю, что будем рекламировать? Она говорит, вот у меня окрашивание. Я говорю, сколько у вас окрашивания в один тон? Ну, говорит, без этих, без материалов 500 рублей. 500 рублей? 500 рублей. Она говорит, у меня была недавно девочка, она со стрижкой, со всякими этими милированиями, со всеми, в 35 цветов, она вышла там 2500. Вот да, и цены. Да. Вот и цены. А некоторые берут по 7, по 6. По 7, по 6, да? Ну смотри, нет, ну, вот кто-то нам... и 3 берет. Да. Давай перейдем просто к непосредственно к каталогу. Да? Слушай, интересный каталог на самом деле. А что за компания вообще? Компания Amway. Это известная компания. Ну, известная компания. Это, как я помню, американская компания. А что она довольно качественная. А чем она от Америки отличается? Ну, здесь очень качественная. Здесь крема съедобная. Слушай, здесь есть все. Здесь есть и посуда, и зубная паста, и какие-то биодобавки, да, то есть, и вот есть напиток, энергетический напиток, безалкогольный, тонизирующий, газированный напиток, ну, со вкусом тропических. Стал бы самого попробовать? Слушай, я думаю, что мы должны сейчас взять и попробовать. Попробовать? Как ты думаешь? Как, вот открывать банку так, или все-таки вскрыть? Зубами. То есть ты решил протестить на самых дорогих? Да, 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 слушай, мне чего нравится, действительно. На самых близких людях эксперимент. Я понимаю, что у нас уже люди начали узнавать в метро, вот, забыл. В московском метро, я к чему, и вот нам решили прислать попробовать, потестить. На самом деле это впервые, вот, приятно. Ты знаешь, вот если бы мы не включили бы камеру, мы бы много чего пустили, задвижняк вообще, может быть спать спасибо. Себе не будешь, они сгорятся с витаминами, ну вот, слушай. А, ну нормально. Наркотические вещества. Мне кажется, сейчас. Запах вкусный. Чем? Сначала нюхай, подождите. Да. Пахнет вкусно. Нет, кстати, не такое химоза на самом деле, как вот, ну, чем вот этот, как это называется, адреналин раш, да, вот, они очень такие, недавно, вообще едкие. Едкие, вот, а вот этот мягкий вкус. Прикольно. Да. Освежает и тонизирует. Вот, смотрите, очень мы специально подогрели, чтобы он освежал. Говорят, горячий напиток сахара. В общем,
смотрите, хотят действительно организовать вечеринку. Вечеринку. Да. По этому поводу. В июле. Где? В Рогине? Сейчас скажу, знаешь, вот есть у нас в городе танцевальный зал «Фейерверк». Да. Вот на базе вот этого всего, то есть хотят организовать. Сейчас пока ведем переговоры, все это дело уточняю. Ну, это типа фестиваль «Бегущая невеста» будет, там будет танцующие под энергетиками. Мы музыку купили, я думаю, что все реально. Напитки есть, музыка есть. Напитки из черноголовки. Из черноголовки, да. Не скажу, не старый, не в этот раз я хотел было произнести, но промолчал. Да. Ну, ты уже сказал, да. Ну и что? Ну ты протестировал. И чего? Слушай, вкусно, но надо понять, если я не знаю. Понять и попросить. Давай если... вечером, короче, такие в 12 ночи, там, знаешь, с такими глазами, так, напитки, напитки. Кончились. Надо новую коробку заказать. Слушай, а что сюда входит? Давай почитаем. Сняно. Что-то много. Разрыхлитель какой-нибудь входит. Да, да, да. Разрыхлитель мозга. Для теста. Слушай, кофеин входит. Вода, комплексная пищевая добавка, конечно. Таурин, смотри. Слушай, это надо к химикам. Ой, такие, вот кофеин входит, да. Димас, продукцию обязательно тебе надо изучить. Я тоже. Ребята, экстракт. Вот на самом деле, я сколько в свое время, ну, занимался всякими вот этими бизнесами, да? Угу. Типа, как они, сетевой маркетинг. Так. У них, как правило, очень неплохой продукт. Ну, у всех больших крупных сетевых компаний он достаточно неплохой. Слушай, ну вы же, сколько я знаю, если мне не изменяет память, то я где-то знаю его вообще, компанию Amway вообще слышал, где-то с 2001-2002 года. Она раньше так по-другому называлась? Нет, так и называлась Amway. У них очень качественные зубные пасты, там, знаешь, чуть-чуть добавляешь, и очень так и пенится, и хорошо чистит. То есть можно у них и химия пасты, очень там хорошая, и они действительно занимаются изготовлением качественных продуктов. У меня вот сейчас пользуюсь моряки, например, да? Мне сказали год-два назад, что ты будешь, ну, фанатом яром, я бы в жизни не подумал. Сейчас у меня пена Мэри Кей, шампунь Мэри Кей, там крем для тела, для после этого все Мэри Кей, и просто я, понимаешь, я ёршик, подсел. Ёршик Мэри Кей тоже. А я на Эндель подсела, на коктейльчике тоже. Каждый на что-то подсел. Да. А мы на Кристину на тебя подсели, на твои цветы. Ой, да. А я без вас никуда тоже. Действительно классные цветы. Кристин, давай-ка это... пару слов о себе расскажи, что у тебя же что-то тоже происходит, кроме того, что у нас что-то происходит. А что, уже можно рассказывать? Давайте. У нас 4 проекта в этом месяце, а у тебя сколько? А у меня один, но моя мечта, так, которая стала реальностью практически. Скоро в нашем городе появится еще один цветочный павильон. Но не пугайтесь. Павильон, я так понимаю, но немножко другого это уровня. Это будет другого уровня абсолютно. Это будет то, что я давно о чем мечтала. Наконец-то я это сделала, и место уже дали, и павильон уже готов. Скоро он приедет, пока не буду говорить, где он будет находиться. Но там будут эксклюзивные работы не только из живых цветов, но также, может быть, кто в группе подписан, видели, я потихонечку делаю из искусственных композиций цветов для оформления дома-офиса, чтобы это было не голословно, что вот мы это делаем, а показать именно, что мы делаем, как качество, люди могут прийти, посмотреть, потрогать. А сейчас я приду, кое-что тебе, Кристина, вопрос задам, ладно? Хорошо, Димочка, вот. Ну и вот этот павильон, он сейчас только с Питера приехала, он уже готов, он меня ждет, он красивый, сейчас вот ставни ролеты заказала, скоро он приедет, и будем заниматься внутренним оформлением. Ну, слушай, я тебя поздравляю, это классно, это прикольно. Потому что я давно к этому шла, знаешь, ты вот знаешь, я все говорят, вот кризис, да? Всем недавно я там написал пост, да, то есть о брошенном. Ну, Кристина, смотри, вот эти цветы, да? Да. Мы искусственные, мы купили в Икее. А у нас обошелся букет чуть ли не в 5000. Скажи, пожалуйста, вот это. Простите. Да, у нас нет, у нас с этим. Это с вас. Да, с вас, да. Скажи, пожалуйста, вот такого уровня букет. А ты вот могла бы сделать, и сколько бы это могло стоить вообще? Я вот сейчас сделала композиции, они у меня в группе выложены, и там я написала в разделе «Товары» цены. Самая дорогая композиция на сегодняшний день 3500 рублей, она с половиной этого стола, но она узенькая, вытянутая. Она сделана на бересте, то есть она такая с природным материалом, очень интересная. И цветы вот в отличие, ну эти красивые цветы, я ничего не хочу сказать.
Но те настолько сделаны, как натуральные, то есть их вообще не отличишь, пока руками не потрогаешь. Ну смотри, вот у нас здесь есть массажный видно, кабинет, мы сейчас вот просто, ты как ты думаешь, можно сделать какую-то цветочную композицию для массажного кабинета, вот чтобы действительно вот декора было чуть-чуть? Надо что-то сделать спокойное, расслабляющее, считаю, чтобы никаких ярких цветов да, там не у нас, было. Видишь, чтобы нежно. Сделать красный, бордовый, да, который поможет. Раздражает. Я сейчас просто доделаю там по электрике немного, да, то есть да. И мы чуть-чуть, ну не сегодня, а уже там завтра, послезавтра. А вы приглашайте, я приду, посмотрю. Запишем видео уже оттуда, да, да, то есть я вам подарю, даже просто видишь, довольно в таком, как сказать, медицинском ключе все выполнено, да, да, то есть как бы стиль присутствует. Вот, она бы хотела бы, знаешь, чтобы человек зашел, да, как бы... Power если... drink! Реклама вставила. Я к чему, действительно, чтобы, знаешь, вот это, скрасить вот это, вот эту грустняшку медицинскую, да, потому что реально скучно, то есть... Не, а сколько вот вообще, уже заказы пошли. А сколько вот может стоить композиция вот такая вот, в принципе? Ну, по бюджету, ну вот смотри. Я подстроюсь под любой кошелек, так скажем. Потому что я когда встречаюсь с клиентами, и мне говорят, мы хотим украсить офис, но у нас там бюджет 10 тысяч, а я хочу то, 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 пятое, десятое. Я ему говорю, значит так, мы украшаем вот эту часть, вот эту, мы укладываемся в ваши средства. То есть... Если у человека возникнет дальнейшее желание продолжить украшать, ну, он уже накопил там какую-то сумму, мы дальше договоримся. А так мы всегда из любой ситуации найдем выход. Причем, как вы все знаете, я человек не жадный, вот, и у меня, я за работу практически там ничего вообще не беру. То есть я чисто материал, там чуть-чуть накруточка, и, ну, честно говорю, не для того, чтобы, как сказать, вот я сделала вот такую фитюлечку, да, она там 10 тысяч стоит, а я хочу, чтобы она была вот такая, красивая, и люди были довольны и радовались жизни. И пусть она не 10, а там 3 стоит, 5, ко мне еще придут. То есть, ну, у меня такая политика. Мне что-то нравится Кристина, она вот... Я просто начал говорить... человек размах, понимаешь? Это человек с размахом. Ну, я оптом беру. Оптовый. Ну, просто сейчас вот начали говорить, ты там улетел, потом снова прилетел с этими цветами. Я к чему? Потому что, как бы, уже действительно наша экономика, она уже давно в рецессии, там, да, то есть, стагнирует по полной программе уже третий год подряд. А, вот, ну, все-таки есть люди, которые находят в себе силы, да, пинают себя под зад и показывают своим примером, да, насколько действительно надо, знаешь, не бросать свой бизнес. Я уже тоже как вот написал пост, да, по поводу брошенный бизнес. Ну, так и есть, да. Понимаешь, ну, вот что-то не получилось, и ждать, когда твой бизнес, да, сам выползет наружу, это, ну, это самое последнее, что ты можешь ожидать от своего бизнеса. Я считаю, надо действительно браться и идти. Ты заметил, что даже заседание бизнес-клуба у нас сейчас? Да. Понимаешь, вот... Маленький такой момент, заметка, да, то есть, который вот я просто наблюдаю. Ведь мы все порой забываем, с чего мы начинали. То есть мы же начинали, не имея денег, правильно? То есть, так причем, когда у вас есть деньги, у вас есть уже сейчас готовый сформировавшийся бизнес, почему бы не дать ему вторую жизнь и не запустить ее, знаешь, такой, делать ребрендинг? Да. А я тебе, Миш, больше скажу, мы не то что забываем, с чего мы начинали, мы забываем конечную цель, ради чего мы это все начинали и к чему мы стремились. Все стирается, потому да? что на полпути какие-то препоны начинаются, люди сдуваются, ну, если можно так выразиться. Очень многие сдуваются, очень жаль. Пускай сдуваются. А приходят другие, и мы, мы будем подниматься. Да, и вот приходят и молодые, приходят и энергичные, и вообще. Энергичные, видишь? Опа, а ты не заметила, кстати, короче, как беседа-то вот попёрла. Эту штучку надо мне, надо такую штучку купить. Это вот только можно это действительно назвать. Мы знаешь, компания, мы знаешь, как вот начали, мы все время начинали, когда ну, вот проект начали только формировать, наши не хорошие цвет. Мы ко всем обращались людям, кто хочет рекламой заниматься. Да? Да. Посмотрели. Люди относятся с недоверием вообще к рекламе. Мы решили под каждый бизнес создать вообще ну, свой бизнес под каждый вид деятельности. Ну, то есть, причем это было только мы сказали, вот это именно, мысль да, ваша. Когда мы делали мобильное приложение со Сноубор, да, мы такие думаем, блин, слушай, а мы, ну, у нас, представляешь, будет аудитория, будет поток клиентов, мы можем направлять куда угодно, мы такие звонили, во все такси позвонили, ребята, у нас есть аудитория, вам нужны клиенты дополнительные, тишина, по салонам позвонили, по всем, ничего не надо. Сейчас, когда скисает вся экономика, да, у нас есть, опять же, аудитория на сильнейшую увеличилась, да, и у нас появились и возможности, и деньги, то есть мы сейчас можем открывать свою парикмахерскую, свою там массажный кабинет, еще. Да, вот. Мы недавно смотрели помещение, да, по поводу сауны, да. Есть задумки на
Еще раз хочу подчеркнуть, что правильно Дима начал говорить, да, то есть вот чем мы занимались? Мы занимались развитием своего, своей платформы, своего продукта, да, то есть, и он нам позволяет сейчас очень спокойно заходить в любую сферу деятельности города, в любую, абсолютно любую. У нас нет ограничений, понимаешь? Руки отрастились. Вчера мы показали, смотри, твое объявление показали 20 тысячам человек. Да, у меня сегодня, вчера, пардон, два человека еще звонил. Заказали, у тебя сейчас акции, расскажи. Акция, да, у меня сейчас идет акция до конца июня, 101 роза за 5... Июня или июня? Июня. Июня, так, успеваем. Успеваем. 101 роза за 5000 рублей. Не вот такая розочка 30 сантиметров, а нормальная шестерка с крупным бутоном. Истинная, вот реально, типа, ну, у меня просто недавно, ну, вчера я ехал, забирал свою Лену там, да? Ага. Вот, и, ну, думал, фиг знает, не довезу. То есть я встречал в аэропорту, то есть вот я реально тупанул, надо было, я не знаю. Ну, короче, я купил там, в Питере, ну, то есть... Ты знаешь, я думаю, что вот если бы я принес бы 101 розу, вот честно скажу, никогда не приносил, я попытаюсь она успеть до конца акции. До конца акции надо успеть. Вот еще клиент, видишь? Много, ребят. Ну просто есть акция, надо успеть. Заказов надо. Слушай, ну такого никто не делает, никогда не было, да? Что-то, ну, по таким ценам. У меня один парень... Когда обзвонил, заказывал, он прям слезно попросил, у него 3 июля у девушки день рождения. Угу. Пожалуйста, продлите до 3 июля. Ну, конечно, родники, я тебя и все привезу. Помнишь, как я писал посту, да? То есть именно клиентоориентированный бизнесмен, да, то всегда будет на плаву. Я всегда выручу, я всегда сделаю все, что от меня вообще возможно. Ну, Кристина, знаешь, мы недавно с тобой разговаривали, надоело эту доставку возить уже. А бывают, кстати, такие ситуации, что приезжаешь, стучишься в закрытую дверь, оказывается, человек в отпуске или где-то там, ну, в общем, свои вот эти моменты, психуешь, тратишь время, а потом думаешь, ну ладно, в следующий раз зато. Ты же праздник, да. ты же праздник. А зато на одного такого два путевых приходят. Знаешь, мы часто сталкиваемся с какими-то трудностями, да, то есть, соответственно, это какие-то сигналы, которые нужно, ну, обрабатывать, учиться, договариваться там, да, то есть, ну, это же самое главное, что люди уверены в том, что Кристина может доставить в любой момент и в любую точку города совершенно бесплатно, я правильно говорю? Да, и самое прикольное, что ты будешь очень долго стоять. Да, доставка бесплатная так и остается, ничего не изменилось. Вот, то есть, это одноразово и бесплатно, да? Да. То есть или как бы не докладывается акции. Не Кристина, или на цветочки на день рождения подарила. Кристина цветочки на день рождения подарила. Они стоят. Там была корзиночка, да? Коробочка, да, с цветами. Стоят вообще. Ну что, я думаю, на сегодня пока мы заканчиваем наш эфир. Вот, Кристина. Хочу пожелать тебе успеха. Спасибо, мой хороший. Не знаю, когда у тебя придет павильон. У меня завтра насчет ролетов мы все договариваемся. Ага. Как только ролеты будут стоять, они договариваются. Ночью привезут. Ночью будет событие какой-то ночью, но не знаю какой. Так, я понял. Можно поснимать. То есть это в июне, да? Вот, это буквально может быть. Все, на следующей неделе, я надеюсь, может быть. Хорошо. Ну что, Димас, я тебе разрешаю нажать на кнопочку. Все, всем пока. Подождите, подписывайтесь на наш канал Бородач ТВ и устанавливайте мобильное приложение со своего. Все, всем до новых встреч. Че еще, видео-то хоть записал? Так, пока.